Человек рожден для труда, гласит народная мудрость, но иногда случается так, что жизнь выбрасывает на скамейку запасных. Попасть в список безработных может каждый, но пока специалисты отмечают в этой сфере позитивную тенденцию. Количество безработных составляет в Чувашии 0,76 от экономически активного населения. По данным еженедельного мониторинга, численность официально зарегистрированных безработных граждан в Чувашии составила чуть больше 5000 человек. В этот же период прошлого года их было 4446. Самые низкие показатели в Комсомольском, Козловском и Маргаушском районах. Более 5500 жителей республики находятся в режиме неполной занятости. Потребность работодателей в работниках составляет 16437 единиц. Информацию о наличии вакансий предоставили 1902 работодателя. Всего же в нашей республике проживает чуть более 1 200 000 человек, причем из них 61% в городах и почти 40% в деревнях и селах.